Так. Сейчас вот что было. Вот смотри, вот линия, вот видите, линия здесь. Это как ориентир. И вот мы даже так вот себе. Вперед, 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 назад. Чтобы на лазе заходило сюда. Это на лазе лагерь заходило. Вот двигаться стойки. Вот так вот. Вот так вот. Двигаться так. Вот так вот. Вот так вот. Сильно, сильно. Вот. Давайте. Выберите мой вот, возьмите вот два. Вот линия. Пошел вперед. Не надо, не надо. Ну давай, три назад, раз. Давай, три назад. Ну так, где не так. Ну сильно, давай, давай, сильно, давай. Так, что, что такое? У тебя мозоли будут, понимаешь? И на все снеровки не придет. Одевай, одевай, мне удобно. А что это, скользят они? У тебя нога, нога, видишь, опять заплатывает. Стой, уже выйдет, ну, пошел вперед, вперед пошел. Тебе нога заплатывает. Вперед пошел. Держи баланс, давай, давай, давай. Дальше, она вся сделала. На сайте, вставай. На передней части тут нет. Ну, не так без ног, вот так, вот, вот. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, все хорошо. Когда что? Так, мы так и надо. Вот мы, раз, такие новые, раз, такой, такие новые. Смотри, вот эти вот смотрите. Раз, на другой снег потянул. Раз потянул, а у тебя раз, так вот. Вот здесь. И кто же, держи стой бы ты. Вот смотри, идешь вперед. Вперед, так, и назад идешь. Вперед идешь. Назад идешь. Снизу, издевайте снизу. Закончим ноги. Давайте, держите ноги. Ноги сейчас закончим. Что же теряете? Сейчас так. Стоим на месте, правая нога на месте, на месте правая нога. На месте правая нога. Толкайся ногой мощно. Первый шагай ногой. Носим левую прямую голову. Сейчас два. Вот я толкну с ним. Раз, два. Раз, два. Как можно быстрее? Как можно быстрее? Джеб. Джеб, ну давай, ну давай. А. Толчок. Шаг, я... Нет, я толкну тебя назад. Вернулся к стойку. Ну-ка, скорость, скорость. Скорость. Скорость, скорость. Давай на месте. Давай на месте. Перевернуть как воздух положение, опять сюда и сюда. Ну точно, направляй туда, чуть вперед. Ну все, шаг, не хочу смотреть, шаг. И разгибай сильно руку, разгибай, куда же делать? Чуть-чуть правее, чуть-чуть правее, чуть-чуть правее. Правый вниз, правый вниз, вверх пока. Одевайте перчатки снарядные, снарядные. Вот что тоже сейчас будет делать, я снимаю. Сзади нога на месте. Толкайся сзади, мощно толкайся ногой. Шаг небольшой делаешь. Ну, хорошо, хорошо, подскажешь. Ой. 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 Ой.
Толкайся, дай на бой передний шагай, значит сюда и возвращайся в свой положение. Пускай. Все, держи. Куда тебе? Что ты попрыгнули? Нету надо. Точно да. Пусть удар, что ты да? Сильнее. Давай. Давай, давай, я гадкой, смотри, давай. Давай прямо на месте. Давай, руки держи здесь, как тоже. Не поднимай плечи, не поднимай. Не надо загнать плечи. Расслабься. Давай. Толкайся, дай на бой. Шагай. Наноси удар. И тогда ты возвращайся. Ага. Заливай или заливай. Что сюда, куда ты бьешь? Чтобы тебе быстрее, у тебя идет там, а удара нету. Там кулак идет впереди, тело твое тоже внутри. У тебя наоборот, потому что тело идет, а рука потом. Давай, сразу, кулак. Ну, давай, бей. Смотри, вот так, поднимись тоже, поднимись. Ага. Выдыхай на удар. Надевай ее. И все это назад защищай. Сжимай кулак здесь. Точнее, точнее. Посильнее. Что быстрее? Быстрее, быстрее. Что? Как снаряды? Дай тогда на месте. Передний давай. Передний давай. Ну, назад не разрешайся. Назад не разрешайся. Сбоку. Ну. Наставился на дальше. Точно, сильный удар. Ты сюда. Куда надо вперед? Так, где партнер ходит? Так, шагу. Быстрый, точно удар, сильный. И на вас вернись, ты приедешь назад. О, о, да, да. Возможно, отсюда Нет, 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 нет,
Сил удара нету. Давай, 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 сюда. Кулак, оставляй тюрьму, можешь? Поражай его, ты. О! Ты тебе не можешь дать. Давай, ты сними. Я плачу. Вот так, это прямо. Вперед стоит. Дим, что ты ищешь? Не приходи в руку. Полу так не отворачивайся, надо вот, смотри, левая голова прямо держит голову, не так, вот, прямо держит голову, голову прямо держит, понимаешь? Голову прямо держит, голову, вот нет, голову и прямо держит, вот так, вот, и на вот держит. Я просто справа будет здесь, слушай. Ну, вперед, 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 вперед. Он прямо так ударит, столбиком. Так, столбиком. Ну, столбиком, да лучше. А то противно так. Сейчас вот так вот столбик. Точнее, точнее, сильнее. Теперь. Держи здесь надо, да, есть. Ну, я пишу, пишу, тяжелее, пополам. Здоровее, тяжелее. Ты где у меня? Да. Давайте. Сами, сами меняйте, сами меняйте. Столбиком, столбиком, давай. Делай. Так. Потянуло тебя.
Точно так, точно, мы проверяем. Отпускай, иди точно. Да, конечно. Назад, пускай уходи. Назад. Работай на карте, как стрельно работать. О! Раз, два, три, еще двух. Раз, два, три, еще.
всегда концерт справа, левый ногой. Иди дождь сюда и бей. Опять не шагаешь, ты делаешь. Сейчас. Давай, меняемся. Так. То же самое сейчас. Давай. Вот так вот. Назад, кстати, на месте. Это так вот. Вот так вот. Примеряйся. Так, партнер такой для его попозже. Длинный удар. Ты должен что, шаг назад и отклониться. Тут же нанести удар от левой. Левой, левой. Нет, да? Давай, давай, двигайся. Ну давай. Ты просто вот стоишь там, ударил там, атакуй, тебя атакуй, раз ушел там, вот там, и так и ударишь. Быстрее ногами работай, ногами работай. Ножи тебя не держат, тебя совсем, блядь. Столько нету, столько нету у тебя, совсем уже столько нету.
Извиняйте. Ты уклон делаешь, надо шаг назад делать, я отклон. А ты уклон делаешь. Давай, Данил, давай другой руку делай. Извиняйте, может ты лучше делаешь. Давай, работай, давай. Ну шаг назад, делай шаг назад, отклоняйся. Что? Где Максим? Видишь-то? Ладно, что-то вы не можете делать. Вот вы, твой тренер для тебя показывает. Как надо делать, а что? Я тебя буду бить. И так, и все. Здравствуйте, на счастье. Здравствуйте, на голову отхватывайте. Вот, отклонился. Скажу тебе, что. Здравствуйте, вернусь опять. Здравствуйте. Вот, это вот. Здравствуйте. Туда любые, давай. И слева, и справа, и слева. И будете сейчас работать. Сейчас устань. Надо хорош ударить. Такие, а? На всех дистанциях, на ближней дистанции. На всех дистанциях все вести.
Где-то раз в неделю будем выходить эфир и транслировать тренировки с Робертом Дмитриевичем. Ну и какие-то моменты поразбираем, которые люди уже задавали вопросы в комментариях. Их тоже будем разбирать отдельно. Макс, ну ты точно в пандемию где-то в какой-то качалке окопался.